Всем привет, дорогие друзья! С вами Намбат. Мы продолжаем прохождение Subnautica с русской озвучкой. В этой серии мы с вами подготовимся к дальнейшим глубоководным экспедициям, так как по сюжету нам надо все глубже и глубже. Я переключил комнату сканирования на обломки. Она мне тут вон находит какие-то обломки сразу поблизости. Но мы из них большинство знаем. Вот здесь у нас под базой обломок. Там обломок. Там целых аж два обломка. Интересно. В той стороне вроде мы тоже находили обломок. Ладно. Нам нужно... Где наш циклоп? Циклоп и краб сегодня подготовить. Подготовить прям по полной программе. Тут у нас пусто, да? А для этого попробуем-ка мы подогнать циклоп поближе к базе, потому что мы будем часто туда сегодня ходить. Туда-обратно. А где тут заходить-то? А, вот. Поднимаемся. Почему тут свет горит? Пожаловать на борт, капитан. Я же... Системы активны. Внутренние. Почему оно горит? Я же его выключал. Подожди, а внешнее-то давай включим. О, правда. Особо нам это не пом... Не, да, на внутреннее тоже надо тогда. Давай, садимся. Как тут им управлять-то? Заводи двигатель. Двигатель. Запущен. Тихий ход. Это что-то непонятное. Это торпеды приманок. Так, давай полегче. Сделаем разворот. Что мы тут на этом радаре видим? Ни хрена не видим. Так, наша база где-то под нами. Вон обломок, вон база. Так, чуть погружаемся пониже. Идем вперед. Так, нужно обойти нашу базу. Потом развернуться и подъехать ко входу. Передом под лодки. Так, давай. Разворот на месте. Практически. Так, а что он, кстати, вперед-назад может ходить? Нифига, я думал, он постоянно вперед едет, если его это... Ну, тут вот включил, оказывается, нет. Типа он зависает на месте. Ну, нормально тогда, удобно. Так, главное не впилиться в базу. Сейчас мы где-нибудь над грядками пройдем. Циклоп-то у нас большой все-таки. Вот так вот повернем. Так. Гудок даже есть. Так, теперь потихонечку вниз. Тихо-тихо, не так резко, не так резко. Все, глуши движок. Двигатель остановлен. А, не, не так. Вот так надо выйти. Глуши свет. Ну что, пойдем смотреть. А хотя нет, свет внутри мне нужен будет. Мне нужно будет подумать. Тут уже можно всякие грядки там делать, да, всякую фигню. Сюда краба пристыковать. А, кстати, где отсек с улучшениями? Вот здесь, да, по-моему? Тут 6 можно закрыть. У меня же было где-то улучшение. Вот. А, меньше энергии тратится на двигатели, да? 300%. Вот, уже хорошо. Так, как сюда выйти? Дальше у нас внизу там есть еще шкафчики. Так, тут что? Тут ничего, просто коридорчик. Здесь, интересно, можно шкафы сделать? И здесь. А то тут только вот шкафчики. Ну, вот здесь, наверное, тоже можно будет на стенку что-нибудь строить. Сейчас проверим. Сейчас мы берем... А, подожди. Давай-ка мы сразу все, что можно, в шкафы закинем. Вот, например, в первый шкаф я скину баллон, глайдер, пушки всякие. А, пушка уже не лезет, ладно. А, во второй шкафчик тогда пойдет пушка. Фонарик, вода. Там это все пока нам не нужно. Полностью, да, очистим инвентарь. И пойдем с базы таскать вещи. Кстати, у нас тут где-то есть в ящике... Всякие грибы и споры. Ага. Надо их, наверное, с собой будет брать. Мало ли, что-то из них крафтить придется. Так, первым делом мы берем строитель. Угу. Нетушители перетащим тоже. Пузырь, наверное, нам не понадобится. Вот сигнальные ракеты, наверное, можно взять. Насчет костюма не знаю, он мне где-нибудь понадобится. Я так думаю, что нет. Поэтому... Да, пусть на базе лежит. Все остальное мы утащим в циклоп. Так, ну и ресурсы, получается, надо брать. О, ставить винтовку надо взять тоже. Нам нужны всякие... Нам нужен титан, во-первых. И мы сейчас будем делать вот так. Разбираем здесь шкафы. Забираем титан, забираем медь, батарейки, энергоячейки. И разбираем шкафы. И все это будем воспроизводить в циклопе. Да, дел у нас много, поэтому... Сразу пошли. О, нормально его припарковал-то как раз. Так, вот мы заходим, мы видим здесь хранилище. Мы можем сюда пушку? Не можем. Давай сюда огнетушители хотя бы сбросим. О, как раз.
Так, во второй шкаф мы будем сбрасывать сигнальные ракетки. А, зря. Пушку надо было. Ну, вот так вот. И сюда одну ракетку скинем пока. Так, берем строитель. Что по шкафам у нас? Вот он. Так, надо как-то их тут покомпактнее, да, делать. Значит, вот так, под самый низ. Ближе к лестнице. Так. Потом. Так, потом как там? Следующий шкаф над ним должен поместиться. Ну, Вова. Вот так. Так, как можно ближе. Сначала с нижнего, наверное, начнем. Так, сейчас я это быстренько сделаю и к вам вернусь. Итак, вот такую батарею шкафчиков я тут выстроил. Здесь мы сделаем изготовитель аптечек. Сейчас пока у нас, конечно, титана на все это дело не хватит. Вообще не хватит. А куда я весь титан-то дел? Странно очень. Ладно, пошли на базу. Титан мы возьмем. На базе. Это мы точно можем. Берем, наверное, шкаф с серебром. Опустошаем. А чё так много титана тратится на шкафчик на циклопе, я не понял. Или на эти заготовки тоже потратился титан? На заготовки шкафов, так сказать. Ну давай. Делаем один шкафчик. Так, сюда скинем все серебро сразу. Что его больше тупо у меня, чем всего остального. Так, назовем его серебро. И таким же образом строим все остальное. Там будет медь. Блин, лучше бы я туда серебро скинул. Оно все равно редко используется. А вот здесь бы я сделал медь. Так, со шкафами, я думаю, достаточно. Я практически все утащил. Тут парочка еще осталась, но это так, временно. Заберем сейчас с собой отсюда изготовители аптечек. Даже один поставлен на циклопе. Что случилось? У меня закончилась батарейка в строителе? Ничего себе. Ну, убери его, убери. Давай заберем вот эти батарейки. Строитель. Так, подключаем. Пока сюда поставим на зарядку эту батарейку. Пошли дальше ломать. Так, заберем изготовитель с собой на циклоп. Зачем новый строить, когда можно... Зачем мне теперь фоторамка? Пусть будут медные провода. Заберем вот эту станцию с собой. Так, надо новые горшки сделать еще на этом. На циклопе. Че в шкафах? Аптечки, да? Блин. Давай мы сделаем так. Пока перекинем их сюда. Один шкаф я пока оставлю. А вот этот надо разобрать. Ресурсы забираем. Так, скамейку заберем. Пусть машинка в воздухе летает. Хотя можно ее тут поставить на полу. Пусть кай стоит. Так, что еще? Можно столик разобрать. Кофемашины нужно забрать с собой. Правильно, правильно. Хотя, по сути, это просто титан, да? Но они на базе не нужны. На базе есть вода. А на циклопе, чтобы они энергию не тратили, так как они мало дают воды, я не знаю, делать их там или нет. Может быть, просто запасы воды. Так, с этим пока понятно. Это все не трогаем. Урну заберем. Я и правда тут ни разу не пользовался, но титан лишним не будет. О! Так, ну пойдем делать на циклопа у радио. Все это потащим в циклопа. Эта база у нас больше не будет основной, поэтому мы теперь будем жить в циклопе. Залазим сюда. Так, здесь у нас можно где-нибудь радиостанцию повесить. Где у нас строитель? Вот прям здесь мы же прям в капитанской рубке будем, если что, слушать радиопередачи. Так, аптечку я взял. Сделаю ее внизу. Изготовитель, наверное, тоже внизу, потому что... Потому что у меня здесь все контейнеры, да? А, вот, кстати, вот эту штуку надо сделать. Доделываем. Вот такое вот количество шкафов у меня получилось. Еще вот здесь вот два шкафчика неназванных пока. Они пустые. Кстати, титана куча. Так, и хлам. А куда нам сделать изготовитель? Наверное, мы сделаем его вот на этой стене. Пускай пока висит здесь. Тут, кстати, наверное, еще шкафов можно было добавить. Так, модификационную станцию я где-нибудь наверху сделаю, потому что узкие проходы. Сейчас куда-нибудь в угол ее вот здесь поставим. Так, ну почему ты убираешь все время эту хрень? Так, ну давай вот в углу ее где-нибудь запилим. Хотя, стоп. Можно тогда по центру ее и сделать вот здесь.
Во, пусть будет. Так, что нам там еще осталось сделать-то? Модификационную сделали, изготовитель сделали, аптечки сделали. Зарядка батареек нам тут не нужна, она будет только энергию высасывать. Хотя... надо тогда зарядные ласты, наверное, будет. Вот, нам нужен аквариум. А, для этого нам нужно стекло. Пойдем делать стекло. Блин, ну это я сейчас энергию циклопа буду тратить. Жаль. Надо было, наверное, сначала на базе это все делать. Ну, пофиг. Так, у меня нет кварца. Один есть. Где у меня кварц? Кварц, кварц, кварц. Вот он. Раз, два, три. Вот так вот. Делаем два стекла. Да, будем тратить энергию циклопа. Ну, ничего страшного. Подзарядим на базе потом батарейки. Точнее, эти энергоячейки. Так, для чего я хотел стекло-то? Что я хотел построить? А, аквариум. Да, маленький аквариум у нас будет. Большой мы, естественно, себе тут позволить не сможем. Маленький. А может быть, его как раз туда за лестницу можно было запихать? Теперь это вопрос. Давай разберем. Я ж в первый раз обустраиваю циклоп. Откуда мне знать, где что можно поставить? Нет, надо его в другую комнату тогда тащить. А, здесь нельзя. Только у стены где-нибудь, да? Вот здесь вот у стены и поставим его тогда. Вот так, пускай будет. Сейчас сюда рыбок перетащим. Так, убери. Использовать. То есть тут я могу только рыбок, да? Я не могу высаживать там уже все. Ну и не надо. Да, тогда сюда вернем модификационную станцию. Вот так вот. Что нам еще может понадобиться? Я думаю, цветочные горшочки всякие. Так, вот эти, блин, они много места занимают. Вот эти вот, они прям ближе друг к другу строятся. И вот эти тоже. Поэтому я сделаю вот такие горшки, прям перед аквариумом. Место надо экономить. Раз. Два. У нас тут сколько? Четыре вместилось бы, да? Тогда надо вот так. Раз. Следующий вот сюда. Вот этот придется разобрать. Что он тут слишком много места занимает. А место у нас ограничено. На циклопе. Оу. Не-не-не. Влезает, влезает. Сейчас мы его... Вот сюда. Все, 4 горшочка. И я до аквариума, если что, доберусь. Нормально. Здесь мы посадим луковые деревья, дыни. А, что еще у нас? В принципе, из внутренних растений нам больше ничего не нужно. Побольше луковых деревьев, наверное, посажу. Ну, в один горшок дыньки, например, и 3 луковых дерева. Так, что еще нам нужно? Стеллажи. Грядка нужна. По идее, нужна грядка. Хотя зачем? Так, если подумать. Что, мне столько еды прям тут надо? Мне этих-то горшков... Мне 2 горшка, в принципе, хватало на базе. Зачем тут грядку? Вроде бы не нужна. Ну, если что, потом сделаем. Так, кровать тем более нам тут не нужна. Так. Урна. Это все понятно. Это нам не нужно. Столики, рамки. Так, лестницы. Тут всякие переборки. А я могу здесь поставить водоочистную станцию? Мне интересно. Ну, по сути, нет. Потому что она тут нигде не ставится. Скорее всего, ее нельзя здесь нигде построить. Ой, я пить уже хочу. Так, у меня вода с собой есть? Нет, она где-то в шкафчике, кстати, внизу лежит. Давай сюда. Быстренько. Вот тут какой-то шкафчик с водой был. Так, нет. О, есть вода. Пьем. Важные показатели стабилизированы. Фу. Так, что делаем тогда? Титан выкладываем. Медь. Медь батарейки. Раз. Провод, микросхема. Пускай тут все лежит. Так, у меня есть серебро. Откуда-то. У меня есть сетчатое волокно и у меня есть титан. Так, куда мне убрать сетчатое волокно? Тут уже, по-моему, все завалено. А, вот в этот ящик пока скину. Ладно, пошли, давай еще что-нибудь перетащим тогда. Комната сканирования будет на базе работать. Я вот не знаю, тут, наверное, нужен был ядерный реактор. Добро пожаловать на борт, капитан. Скорее всего, чтобы на базе всегда была энергия, чтобы у меня комната сканирования работала и так далее. Ладно, нужен пласталиус слиток, расширенный комплект проводов, 3 свинца. Но мы это сделаем, если что. Под конец этот биореактор разберем и сюда ядерный воткнем. Ну да, чё, почему бы и нет? Тут вода тоже, да, будет всегда запасаться у нас. Неплохо. Ну и растения у меня тоже там будут расти, которые я смогу есть.
Так, что еще я тут могу забрать и разобрать? Мне нужны... Блин, я ножа не взял с собой, чтобы взять себе образцы. Ладно, рыбок пока перетащим. Нам нужны ласки. Раз, два. Вот эту рыбку, вот эту рыбку. Вот этого, по-моему, есть нельзя. Пусть тут живет на базе. Эти тоже пускай тут плавают. Все тут... А, нет, лопаточник еще один есть. Так. Все, этих мы не трогаем. Эти пусть живут здесь. Что у нас по обсерватории? Я заберу, наверное, отсюда титан. Зачем он здесь нужен? Вообще надо базу разобрать. Все, что лишнее здесь. По сути-то, по-правильному забрать. Ну, пускай будет вот так. Так, этот пускай растет, цветок. С реактором мы потом решим. Кстати, а что здесь? О, а вот и свинец тут есть. Надо забрать вот это все барахло, во-первых, с собой. Во-вторых, шкаф разобрать. Так, там комната сканирования. Так, на реактор у меня не хватит, да? Нужно расширенный комплект проводов, пласталевый слиток. Угу, хорошо. Так, это будет зарядка здесь у нас работать. Комната сканирования будет работать. И мотылек пусть тут висит. У нас будут энергоячейки здесь, все правильно. Так, ну все, здесь забрать нечего получается. Это все на базе останется. Вроде-то и все тогда. Снаряжение пускай лежит. Так, у меня полный инвентарь. Сейчас бегаем за материалами для ядерного этого реактора. Так, так, подожди, где мой аквариум? Эй, ну давай, дружище. О, так, аквариум, заселяем. Рыбками. Оу, ласок сюда нельзя. Блин, ну значит на базе будут жить, значит надо точно ядерный реактор построить. Хорошо, будем знать. Зато тут будут рыбки. Ну, тоже неплохо. А большой аквариум на базе же нельзя зафигачить по-любому здесь, на циклопе. Ну да, конечно. Ладно, пошли тогда за ножом. Здесь он. Я угадал. Так, воду заберем отсюда. Так, у нас есть свинец. Свинец, кстати, у меня где-то тут полный шкаф, да? Угу. Давай тогда вот сюда пока всякий хлам скидываю. Мне надо 3 свинца всего оставить. Для реактора. Блин, соль. Ну пусть будет. А, нет, титан, наверное, я с собой буду таскать. Точнее, для титана есть отдельный шкафчик. Мы сюда и уберем. А, нужен пласталевый слиток, поэтому забираем весь титан. Делаем сразу пласталевый слиток. Где он? Ага. Даже так. Нужен литий. Хорошо. Где у нас тут литий, 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 литий? Он внизу где-то? А, вот он. Так, делаем пласталевый теперь слиток. Так, что еще там нам для ядерного реактора-то нужно было? Расширенный комплект проводов. Как он делается? 2 золота, микросхема и комплект проводов. О! У меня тут как раз где-то микросхема валялась. 2 золота. Подожди, это медь, 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 медь. 2 золота, микросхема и комплект проводов, по-моему, из серебра делается, если я не ошибаюсь. Так. Да. Делаем. Делаем расширенный комплект проводов. Так, теперь у нас все готово для ядерного реактора. Пойдем делать реактор. Посадим обратно в аквариум наших ласок. Потому что они, оказывается, не могут жить на циклопе. Вот это да, кто же это знал? Пусть живут лучше в безопасности здесь. Сейчас я пойду реактор разшибу. Разберу. Так, у меня место есть? Что? Да, есть. Разбираем реактор. А, топливных стержней-то нет. Может, не стоило? Ну, пофиг, ладно. Батареи есть солнечные. Давай. Строим ядерный. И что для него нужно? Работая с радиоактивными материалами, проявляйте особую осторожность. Излучение может повредить запись подробностей вашей смерти. Ха-ха. Так, я понял, бери эту штуку. А какие стержни-то? Как их делать? Я умею их делать вообще? Нет? Я, походу, их не перерабатываю. Топливные стержни ядерного реактора. Хе! А меня, походу, не научили их делать-то, да? Я же их не умею вроде делать. Блин, вот зараза. Ага. Есть. Так, настуран, свинец, стекло. Ё-моё.
Настурана у меня завались, свинец тоже есть, титан тоже есть, стекло тоже будет. Погнали. Так, 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 Настуран где-то вверху. Там надо раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Стекло, где ты? Где ты, кварц? О, проблема со стеклом. Все понятно. Делаем сколько возможно. Сейчас разберем аквариум один тогда, который сверху там. Сейчас рыбок поменьше, поэтому можно и маленький аквариум оставить. Да и вообще, у меня зачем? У меня есть куча стекла. Так, ладно, я понял, где его снять. Что еще там нужно нам было-то для стержня? Свинец. Надо набрать 4 свинца. Вот это я вот сюда скинул лишний свинец, по-моему. Раз, два, три, четыре. О, почти весь использовал. Сейчас мы делаем топливные. А, куда мы их тут делаем? А, ладно, нам стекла не хватит. Вот, стекло-то есть вот здесь. Забираем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Есть место еще? О, еще полно. Шесть. Семь. Ха, восемь. Восемь стекол. Так, теперь мы идем сюда. Делаем стержни для реактора. А они тут делаются-то вообще, нет? Да, тут. Раз. Два. А, вот, я же говорил, что когда я Настуран поднимаю, у него звук такой, как будто он радиоактивный. Реально он радиоактивный. Из него делают топливные стержни реактора. Все, пошли в реактор закинем. У меня еще стекла куча осталась, это хорошо. Зубов сталкера мало, кстати. Надо бы поднасобирать будет перед экспедицией. Так, реактор. Ни хрена там энергии. Каждый стержень добавляет, да? А, нет, 2725. Ну и прикольно, что у нас тут. Там, кстати, нужна же какая-то штука для ядерных отходов. Давай поставим здесь ее. Типа сюда отработанные топливные стержни кидать, да? Это урна, типа. Ха. Ну, будем кидать. А почему обычная урна с этим не справляется, интересно? Она же, по сути, любые предметы может уничтожать из игры. Так, все, мы все вроде сделали. О, откуда у меня яйцо? И еще одно. Кто отложил яйца? Интересно. Мне кажется, это лопаточники были. Но не факт. О, ну так быстро зарядилось. Ну все, кстати, у нас есть ядерный реактор. Поэтому... Снимаем все осветительные приборы, кстати, они нам не нужны. И снимаем вот те вот солнечные батареи, которые там. Сейчас снимем все эти прожектора, тут тоже стекло и титан. Так, эта комната у нас работает, это пока тоже. Если что, эту комнату можно разобрать, если титан нужен будет. Обломок наверху? Это как? Или он так далеко? Я что-то ни хрена не понял. Фига себе. Надо будет когда-нибудь посвятить серию изучению обломков. Так, снимаем солнечные батареи. Они уже больше не нужны нам. Интересно, а их можно на циклопа поставить? Было бы прикольно, чтобы он заряжал свои энергоячейки. Вообще было бы шикарно. Ну ладно. Скорее всего, это делать, конечно, нельзя. Но мы сейчас попробуем. Ну они типа, да, ставятся, но их нельзя сюда поставить. У него есть радары тут всякие, нифига. Крутящиеся. Блин, он, наверное, сейчас энергию тратит. Жестко вообще. У меня есть место? Блин, мало. Надо разгрузиться и за саженцами сходить на базу. Так, что выкинем? Титан. А сюда давай стеклышко закинем пока. И где-то тут есть зуб сталкера, надо его туда же кинуть к стеклу, потому что он нужен для эмалевого стекла. Поэтому будет вот так. Так, что еще у меня там по ресурсам? Серебро. Ой, это кварц. Фига, сколько кварца еще намутил. А, это, кстати, у меня закончился. Медь. О, комплект проводов освободился, нифига. Батарейка. Смазка у нас будет вот здесь, по-моему. Тут тоже хлам. Всякий лежит. Так, пошли за саженцами. И в принципе, мы почти готовы. Вроде как. Только уличные эти надо, всякие растения. Добро пожаловать на борт, капитан. Запасти себе побольше с собой.
Так, вырезаем луковое дерево. Я, кстати, есть хочу, поэтому полностью его вырезаем. Ты что тут своими кустами махаешь? Так, еще поедим. Нормально. А второе у нас пойдет на семена. Раз, два, три. И дыня нужна. Все, вроде. Три дерева будет, четыре дыни. Можно, конечно, побольше понасажать, но я не вижу смысла для... Зачем? Дерево, оно 10 воды пополняет. А дыня сколько? 14. Дыня лучше воду пополняет. Блин, ну тогда давай... Надо еще горшков будет найти. Давай семян побольше возьмем. Я не знаю, сейчас мы это разберем. Так, по местам еще есть. Давай еще пару семян возьмем. О, как раз. И можно горшок. Блин. Горшок не разбирается, пока мы вот так не сделаем. Во. Все. Пошли на наш циклоп. Наш циклоп. Сажать грядки. Давай, залезай. Так, где у нас тут что? Здесь будет расти по-любому дерево. Потому что с краю. Здесь тоже дерево. Здесь тогда мы посадим дыни по центру, чтобы аквариум было видно. Раз, два, три, четыре. И вот здесь тоже. Раз, два, три, четыре. Так, можно еще сделать тогда... Блин, ну давай тут грядку запилим. А что такого у нас, в принципе, всего есть? Давай. Места нам хватает для построек вроде бы. А что это она не хочет ставить сюда? Ты почему не хочешь? Отвечай. Так, ну-ка. Оп. Блин, слишком близко. Что для нее надо? А, только титан. О, вообще шикарно. То есть земля у нас тоже титановая там, да? Так. Да пофиг, пусть будет. Да пусть будет так. Какая разница нам? Будем ходить немножко по грядке. Да? Да. Убираем. Так, что мы можем сюда? Отлично. Это мы съедим. Ну вот, тут еще 4 дерева будет расти. Тут дыни. И еще. Ну все, с едой, я думаю, у нас проблем с водой не будет. Угу. А тут, кстати, можно шкафы повесить? Ха, можно. Прикольно. Тут что такое? Ага. Что мы делаем тогда? Это мы съедаем, естественно. Водичка у нас есть. Водичка, водичка вот сюда пусть идет. А, вот, точно, я не опустошил шкаф, который там с водой был. И теперь мы посмотрим дальше уже, какие можем улучшения делать для наших циклопа и краба. Сейчас мы шкаф вот этот опустошим быстренько. Кстати, такой шкаф можно там и поставить с водой, едой. Наверху где-нибудь. В циклопе. Блин, это хрень тут. Пусть на полу валяется. Да, все. О, кстати... дыню нам некуда сажать, тогда вот так сделаем. Забираем титан. Сколько места еще? Блин, надо весь титан забирать. Ну или хотя бы по максимуму. Все, пойдем, ладно. Если что, я сюда вернусь за титаном, когда буду делать улучшения для циклопа и для краба. Ой. Добро пожаловать на борт, капитан. Все системы активны. Спасибо. Циклоп. Так, куда мы шкаф-то поставим? Получается, где-то вот здесь можно его сделать. Вот этот стеклянный кварцевый шкафчик. Вот так вот. Оп. Сюда мы скидаем воду. Еду. Аптечки. Во, шикарно. Кстати, а может сюда второй сделать? Да, в принципе, у меня столько шкафов уже. Если надо будет, потом построю. Угу. Тут, кстати, еще можно всякие штуки строить. Грядки, там не грядки. А чем мы еще можем делать? Еще один аквариум. Так. Ну, по сути, ну зачем зарядка батареек? Она же будет выжирать энергоячейки. Вот, кстати. Что по энергии? Тут 100, тут 100. Тут уже 99 стало. Ай, блин, тут надо обходить с этой стороны. Здесь что? Нифига, 68, 100 и 100. Вот одну энергоячейку я уже вон как высадил. Так, сюда можно приманку какую-то. Я, кстати, блин, даже не пробовал никогда их делать. Это надо пристыковать. Так, все. Сейчас мы займемся улучшениями транспорта. Надо слезть вниз.
А где? Подожди, надо на модификационной станции, наверное, посмотреть, как это делается-то, да? Мотылек нас не интересует. Вот, что по крабу? Модуль глубины 2. А, нужен первый модуль глубины. Кианит. Вот, нам нужен первый модуль глубины. Значит, мы идем сейчас, ныряем. Подожди, ныряем. Дайте мне глайдер, пожалуйста. Я что-то заколебался уже пешком ходить. О. Идем сюда. Бежим. Вот сюда. И вот здесь смотрим, как сделать нам первый модуль-то для этого, для краба. Пласталь, никелевая руда, рубин. Блин. Пласталь. Никелевую руду я нашел там, в принципе, на глубине до 900 метров. Ее нужно бурить крабом. Мы сейчас за ней тогда и поедем под конец серии. А что еще делать? Чтобы сделать первый модуль глубины. А что мы можем сделать пока еще? У нас есть три серы, литий. Тоже нет никелевой руды. Так, понятно. О, руку-крюку можно ему. Руки-крюки. Рука-захват, кстати, не помешало бы, да. Бензол. А как бензол делается? Так, литий, титан. Руку-захват. Торпеды мы не будем делать. И пропульсионку я, наверное, тоже не буду делать. Во-первых, я не нашел вторую ее часть. А во-вторых, если будет рука-захват и бур, мне кажется, этого хватит, наверное. Так, усиление корпуса, кстати, надо бы тоже, наверное, сделать. На, стой! Мотылек, ты же у нас больше не используешься. Что с тебя можно снять? О, можно на краба пока поставить. Поставим? Поставим. Снимай. А, у тебя что-то там лежит еще. Ха-ха, давай, давай, все. Ну вот, забираем. Это мотылек, гидролокатор мотылька. Все. А это-то я могу на краба поставить. Так. Мотылек, торпеды, краб. Мне нужно, значит, никелевые руды 5 штук набурить, чтобы я смог ее еще вот сюда использовать. Да, интересно. Мне нужна рука, захват. Так, бензол, титан. 5, литий 1. Комплект проводов расширенный. У меня есть, по-моему, обычный комплект проводов уже. Так, как бензол делаем? Как мы делаем бензол? Так. Уу. Не, наверное, мы сегодня никуда не поплывем. Это у нас будет чистая серия подготовительная. А за никелем мы уже в следующей серии отправимся. Так, что с бензолом? А, масляный сок. Надо наделать бензола, наверное. Соляной кислоты, полианилина. Тут, ну, хотя бы соляной кислоты, да? Аэрогель, я не знаю, делать его, нет? Или просто мешков пойти сейчас насобирать тоже с грядок? У меня куча шкафов же еще есть. Так. Масляные. Блин, а чё их так мало, я не понял. Три. Четыре. А чё так хреново-то? А как ее посадить? А, надо сок садить, да? А вот тут один растет до сих пор. Или как? А, он растет, и это вот это деревце, я понял. Клубни, кусты можно кушать. Так, еще можно два посадить. Блин, ну мне нужно три сейчас для бензола там. Хотя это нужно в следующей серии. Ну, один точно можно посадить, пускай растет. Что-то я ни хрена не понял сейчас, честно. У меня есть масляная водоросль, а есть масляный сок. Где что? О, масляная водоросль растет. Ну ладно, пусть растет. Так, нам надо вот этих грибов тогда насобирать. Так, сколько их можно посадить? А, у меня споры еще там, кстати, есть. Надо их забрать. Так, иди сюда. Споры. Мы их посадим. Так, еще нужно-то всего чуть-чуть. Вот так. Ай. А, не, не чуть-чуть. Ах ты, скотина, ты откуда тут взялась вообще? Рыба сраная, кусачая. Никогда не было такого. Так, стоп, 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 стоп. Емкость полная, да. Да ёп! Ты бесишь меня, скотина. Так. Идем сюда. Давай вот в этот последний шкаф. Накидаем грибов. Я надеюсь, они не портятся. Ага. Масляный сок мы сейчас сразу переработаем. Во что? В бензол. Так, один бензол будет. А, соль, во, пошли за солью. У меня на базе ее куча. Она как раз там наготовилась. Мы сейчас будем этой солью делать. Блин, тут уже. Ой, этот
Хищники сидят. Блин, ну пусть теперь сидят, что я их уже не смогу переработать в реакторе. Так. Забираем всю соль, какую возможно. Блин, сумки можно, кстати, тоже на циклопа, наверное, перетащить. Дополнительные хранилища бы были, да, пофиг, не буду. Что с реактором? Там долго еще стержни будут перерабатываться, интересно. Мне кажется, очень долго должны. Так. Дайте пройти. Так, соли я набрал, грибы я кинул вот сюда. Ха, жесть. Уже и не взять. Пойдем делать потихоньку. Соляную кислоту. Наделаем ее побольше. Надо еще грибов теперь. Блин, сейчас всю энергию просто потрачу на циклопе. Ну, перед экспедицией надо будет просто зарядить энергоячейки. Нифига, что так? Столько грибов на нее тратится, что ли? Три, нифига. Три гриба. Давай пока вот сюда выложу все жидкости. Там, типа соляная кислота, бензол, все пусть тут лежит. Еще грибов наберу. Блин, это что такое? О. Будем заряжать энергоячейки на базе, значит, перед тем, как ехать куда-то. Там есть зарядка энергоячеек. По две штуки можно заряжать. Так, еще надо расширенный комплект проводов. Так, грибы есть. Еще давай делать. Нормально, в принципе. Наделал. Так, сюда скидываем. Титан, блин, столько соли. Ну, соль будет вот здесь лежать тогда. Чуть-чуть оставим, потому что я сейчас нырну. Краб, иди сюда. Тебе багажник пока поставлю. Дополнительный, да? Или... А где он, кстати? Это хранилище его обычно. А где багажник у него? А, вот нет. Странно. А как багажник краба? Проверить. Блин, тут эта рыба сраная лазит. Надо еще гели мешочков понабрать. Так, стой здесь. Где у тебя багажник? Скажи мне, дружище краб. Хм, интересно, я поставил ему багажник. Если я его выну сейчас отсюда. Что изменилось? Да блин, эта рыба меня бесит. Ты откуда тут завелась-то вообще такая, а? Наглая морда. Все, всплывай давай, дохлая рыбина. Ладно, так, нам нудно вот этот гриб еще посадить. Так, потом. Потом. Вот это все собрать? Да, надо будет сажать новые. Да блин, что ж ты заходишь в грядку-то? Так, что, есть место? Есть. Мы вот так сделаем. О, так с него падает много семян, что ли? Ничего. Что-то я не понял. Хрена там с него семян валится. Надо просто много раз ударить. Ну давай наберем семян. Посадим. Так, еще 4 семя. Ага, тут 3 почему-то всего. Видимо, я когда-то уже брал отсюда. Так, еще 2 семечки. Тогда вот так делаем. О. Ну можно один рубануть и посадить. А, я же остальные забираю. Так, и один еще рублю. А, по 3 у них вылазит. Ну ладно. Будет вот так вот. Все. Так, грибы забираем на циклопа. Добро пожаловать на борт, капитан. Блин, тут столько ящиков. Системы активны. Тут соль. А, все, соль уже не нужна. Соль даже не влезает. Ха. Здесь что у нас? Жидкости. А здесь тогда чего? А тут ничего, вот тут будут грибы. Вот так. Так, пойдем наверх, уберем еду эту, чтобы не мешалось. Вот сюда все уберем. Аптечку, еду, воду. Воду вот эту возьмем. Будем пока такую пить. Так, у меня есть сигнальная ракета. Блин, куда ее деть? Давай сюда закинем. Титан. Титан. Блин, нифига, у меня тут огород уже растет. Хе-хе. Прикольно. Ну-ка, стой.
А, здесь только я модифицировать могу, да, ведь, по идее? Уже второй модуль, да? Угу. А, идем в чертежи. Где у нас модуль для краба? Где-то здесь, да? Блин. Тут второй только показывается. А первый? Вот первый. Титановый слиток. Ой, это мотылек. А вот, кстати, реактивный ранец. А, никелевая руда, да-да-да, нужна. Что я хотел сделать? А вот эту штуку я хотел сделать. Так, бензол есть, титан есть, литий есть, расширенный комплект проводов. Угу. Как он делается? Блин, плохо, что изготовитель так далеко теперь. Так, комплект проводов, золото, микросхема. Блин, так до хрена. А, изготовитель-то здесь. Ну-ка. Где-то вот здесь у меня есть. У меня есть комплект проводов. Микросхема делается из чего? По-моему, из медного провода. А, нет, пластинчатый коралл, золото, да, и медный провод. Ну и как все плохо-то. Давай коралл. Давай медь. Так, что еще там нужно? Медный провод нужен был. Давай сделаем. Фига, я подпрыгнул. Так, да и хватит прыгать. Микросхема нужна. Зараза, хватит прыгать, говорю. Где золото? Бери золото. Теперь мы делаем микросхему. Вот она. Ой. Так, и еще два золота. Да что ты, блин, будешь делать-то? Давай. Все, делаем. Так, расширенный есть комплект. Потом нужна вот эта штука, бензол. Титан. Нет, 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 нет. Вот здесь титан. 5 штук. И, по-моему, литий. Литий у нас вот здесь. Так, давай посмотрим по чертежу. По чертежу. Так, где это у нас? Система пожаротушения. Что надо? Аэрогель. Блин, серы мало. Надо серу собирать. Все есть. Пошли руку захват сделаем тогда хотя бы. Так, а интересно, если я прифигачу сюда краба, я могу в циклопе это делать? Добро пожаловать на борт, капитан. Или там другая панель нужна для улучшений. Так, где она делается? Рука захват. Все, погнали. Поставим на краба эту руку. Я не знаю, что с этим багажником, куда он вообще прицепился или не прицепился, его вообще не видно. А, зачем я залез? Выходи. Где у тебя доступ к улучшениям? Вот с этой стороны. Да ты, блин. Бесишь. Вот. Экипируем. Ну и в принципе и все. Остальное мы все сейчас уберем. Ну-ка, иди сюда. Давай, полетели. Тут же где-то стыковочная шахта должна быть. Вот она. Фига. О, меня подтянуло автоматически. Ничего себе. Ну да, здесь не смогу. Что это такое? Бред. А, я могу здесь лазить в багажник. Да какой нафиг багажник? Это же обычное хранилище его. Или оно расширило его, типа, объем. Ну-ка, сними. А, ну да, меньше. Тут сколько? 6 на 4, да? Ячеек. А, блин, а как теперь поставить на тебя багажник? Вот так. Ну да, видимо, улучшает. Всего-то 6 ячеек добавляет. Ну хорошо, пусть будет пока. Все равно ничего лишнего больше другого нет. На этом мы будем заканчивать. В следующей серии мы отправимся за никелевой рудой. А потом когда-нибудь еще по обломкам прошвырнемся. Может быть, найдем пропульсионную пушку для краба. Второй фрагмент. Так, ну а я перед следующей серией заряжу все энергоячейки. Здесь, кстати, заряд больше не тратится. Вот здесь 13% осталось. Нифига себе. У меня, кстати, есть сменная. Можно ее поставить, а эту поставить на зарядку. Вот. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дискорд ВК. Всем удачи и пока. До новых встреч, друзья.